Касса свободна. Привет, я Frosty Templar, и это снова Happy's Humble Bumble Burger Firm. В общем-то, продолжаем. Менеджер-симулятор хоррорного ресторана, который по факту-то не особо-то похож на хоррор. Но играть, в принципе, интересно. Что-то тут происходит, что-то мы тут делаем. Опасно готовить одному. Возьмите Тоу. Да, это подсказка была, не знаю, кто такой Тоу. В предыдущей серии мы вроде как собрали какой-то механизм, который нам позволит вскрывать двери. Давайте его сейчас попробуем еще раз сделать. Но он, я так понимаю, одноразовый, поэтому... Не факт, что он у нас сработает вообще. Да-да, ой, господи, ужасный голос. Идите на работу, говорит нам. Что-то тут сразу клей есть, сразу этот. А чип у меня нет? Давайте вот здесь вот все складываем, все, что может нам пригодиться. Почему-то говорит, что клей есть, прикинь. Типа робопаста. Робопаста, это, наверное, термопаста все-таки, ладно. В общем-то, в предыдущей серии мы все это сделали. А теперь надо купить... Наверное, опять клей, опять чипов. И, собственно говоря, попробовать вскрыть замки. Ну, а если не смотрел предыдущую серию, то ссылочка на плейлист в описании под видео. Обязательно посмотри, там поставь лайк, прокомментируй. А если еще не подписан, то еще и подпишись, пожалуйста. Будет такая от тебя ко мне поддержка. Чтобы контент улучшался, чтобы видосы улучшались, чтобы новые рубрики делались. В общем, постарайся. Да, здорово, Джо, здорово. Как, куда идем? Нет. Спешим на работу, да? Это, я приду чуть позже, я хочу кое-что купить. Я хочу приобрести, знаешь что? Чип. Сделать один вот этот вот кодировщик, взломщик, чтобы вскрыть дверь начальства в маке нашем. Наверное, не в маке, надо как-то по-другому. Будет не KFC, а MFC, типа McDonald's Fastest Sock. Макдональд Фастер Сок. Нормально, пойдет. Так, тут все так же машины. Надо запомнить, что... Это что было? Надо запомнить, что когда мы покупаем вот эти вот штуковины, они не падают... Да, блядь. Не падают из корзинки. Они вот сюда вот идут. Раз. Сразу три купим. Ой. И надо сразу какой-нибудь клей купить, чтобы хоть один был. А тут клея нет. Я даже не помню, где я клей покупал. А где я покупал клей? Ты помнишь, где я покупал клей? Я не помню, где я покупал клей. Вряд ли в аптеке. В аптеке клей... А, я, по-моему, вот здесь вот клей покупал. Слушай, вон там. Или я в бургерной... В бургерной покупал клей. Короче, или здесь я покупал клей, или в бургерной. Но благо у нас клей еще есть. То есть, это не проблема. Мы сейчас сделаем два чипа, попробуем вскрыть комнату начальства. Время, в принципе, есть. У нас таймеры... Как добираться на работу, в принципе, нет. Поэтому все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Осталось только сделать код. Дешифратор. Энигму, в общем. Давайте сейчас быстро сделаем. Не оставляет мясо на гриле, оно может подгореть. Конечно, может. Все может. Мы еще, кстати, босса победили. С Виноту Питом мы победили. Теперь еще, наверное, будут следующие боссы. Когда-нибудь. Давайте закроемся, чтобы никто не видел, чем мы тут занимаемся. Такую музыку романтичную. Здорово! Иди в жопу. Так, вот так. Клей. Батареечка. А где второй клей? Был два клея. Вик, блядь, ты клей мой спиздил, что ли? Ну ладно, сделаем одну. Все, один дешифратор есть. Используйте на клавиатуре, будьте внимательны. Ах, все хорошо. Теперь мы можем взломать комнату босса. Может, тут клей? Блядь, куда? Фейл. Давайте купим два клея. Амдеререга. Так, нужна батареечка. Одна еще, вот так.
как-то будьте внимательнее. То есть надо потренироваться еще взламывать это вот это вот все, да? Нам же сейчас не позвонят, не скажут, типа, ты что, не на работе, пиздюк, вот это вот не будет? У нас еще есть? Есть еще. А сразу сделаем два. Хорошо. Надо просто понять, как им пользоваться. Я так понимаю, что надо нажимать в какой-то определенный момент. Какой-то определенный момент нажимаем. Фейл. Фейл. Не, я не понимаю тогда. Напишите в комментарии, как использовать вот этот вот дешифратор. Я что-то не врубаюсь. Пала булочки. Да, и аминь. Я просто думал, что если нажимать в какой-то определенный момент... Все это время босс проверял тебя. Может быть, ты хоть раз проверишь его? Залезь в его кабинет. Да я понимаю, что надо залезть в его кабинет. Понимаю, честное слово. У меня денег нет. Платы стоят по 10 баксов. По 10 баксов. Ты представляешь, 10 баксов стоит плата. Куда? Куда? Надо зарабатывать. Надо идти в ресторан зарабатывать бабки. Нормальные, настоящие деньги. Настоящим трудом. Составляя бургеры. Наггетсы жарят, картошечку. Вот это все надо, бабки надо зарабатывать. Потом мы сможем все купить. Понимаешь? Без бабок мы не сможем скрыть кабинет. Без кабинета мы не продвинемся дальше. Все дело, блять, в бабках, как обычно. Босс всегда наблюдает, но не слушает. Звука-то нет. Нету звука-то. Пропал. Хоть тебе и невдомек, но у тебя был коллега. Да ладно, нет, не я, да Джо это, Джо. И не тот чудик Тоу. Я про другого парня, он управлял всем в нашем заведении. Он уволился. Но не волнуйся. Если какие-то события потребуют твоего внимания, то прозвучит сигнал тревоги. И задача появится на экране возле стойки. Всего 40 секунд на выполнение. Но для такого умельца и этого достаточно. Ты чё, верно говорю, да? Верно, верно. Приятного паритета. Абдухара Маргара Барага. Так, давайте сейчас попробуем заработать побольше, чтобы мы могли нормально потренироваться, как пользоваться этими чипами. Давайте сразу сделаем сачок. Понятно. Сделали, ага. Сделаем вот это сразу. Делаем сразу сачок. Сразу возьмем наггетсы. Так вот по одному. Так, вот так, вот так. Возьмем два пирожочка, две печеньки. Сразу сюда, сюда. Что там? Здорово. Свободная касса, что желаете есть? Все. Куки, софт-дринк, софт-дринк. Это можно. Это мы устроим. Держи. Софт-дринк. Куки готовится. Уж простите, куки придется чуть-чуть подождать. Что происходит? Что такое? Найдите живую крысу в ресторане и избавьтесь от нее. Какую живую крысу? Что такое? Что такое-то? Как от нее избавляться-то? Все, нет. Живая крыса. Мусорку ее нахуй. Хорош. Живая крыса какая-то. Ёб дальше, что ли? А печеньки готовы, нет? Кукис. Обед подан. Держи, держи, держи. Не забудь рассказать о нас своим... своим друзьям, знакомым. Всем, в общем, расскажи. Какие мы здесь крутые кулинары. Два шейка. Вот. Ну, почти. А что такое-то? Что не так с приборами-то? Ёб твою мать. Что они вырубаются-то? Это крыса их вырубает. А кто вот этот вот огромный там бегал, такой наглый? Надо дверь закрыть, чтобы они сюда не заходили. Надо побольше денег сегодня сделать. Побольше денег. Денег больше. Да что такое-то опять? Чего? Возьмите мусор возле черного входа и вынесите его. Хорошо. Это черный вход? Да нет никого.
В мусорку, типа, что ли? Да вы что начали-то? Все. Это что, свет вырубился? Куки, фриз, хэппи делюкс на автомата. Так, куки. Да тихо там. Куки, что там? Фриз, хэппи делюкс. Так, за котлет надо. А что за задания пошли? Не надо нам вот этих вот заданий? Не надо. Мне не нравится. Я и так нихуя не успеваю. Что за ресторан такой? Почему я должен один работать-то? Сейчас, подождите. Я вынес мусор. Там я бросил в мусорку. Все. Что еще надо-то? Больше ничего не надо. Че опять? А, куки, фриз, хэппи делюкс, алма наггетс. А, фриз и салма наггетс. Оть-оть. Так, остался, в принципе, что там осталось? Остался чисто бургер, да? Куки, фриз, хэппи делюкс, томата. Да что такое-то опять? Возьмите мусор возле черного входа и вынесите его. Возле черного входа и вынесите его. Ну я... Блядь, там котлета сгорит. Котлета сгорит. Подождешь. Подождешь пока что. Сейчас я упакую. Упакую потом. Возле черного входа. Ну я иду, иду. Я к черному... Ебать, это что такое? Ты что хулиганишь? Не хулигань! Может быть, надо выносить ко мне просто? Вот так вот? Нет. Куда выносить-то? Вынес я все. Блять, все вырубилось. Не работает. Используйте фонарик. Чё там, чё там? Куки, куки, куки. Сейчас все будет. И куки, и муки, и шмуки. Раз, два, три. Куки, куки, куки. Скорее, скорее. Чё-то какой-то сегодня бешеный день прям. Сегодня бешеный день. Никто не хочет, тут булочки готовы. Свежие, наисвежайшие. Только что сделал. Все вкусно, все прекрасно, все приятно. Давайте, давайте, давайте. Дзиньк, 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 нет. А куда мусор-то выносить? Куда мусор-то выносить? Объясните мне, куда выносить мусор? Куда? Ящики какие-то приехали, что-то надо. Положите ящики на контейнеры. На. Вот так. Чё там, чё там? Готово? Три куки-то, куда тебе три куки-то, объясни? Без сухомятку-то есть, вообще не вариант. Ты чё? На, иди отсюда. Чё по времени? Чё, 2 минуты работать? Вы чего, народ? Ты меня включишь сегодня? Нет? Вот, блядь, пидорас. Куки-куки, Поппинборг сэндвич. Вот мудак, а. Ебливая тень какая-то, а. Так, сразу куки-куки-куки-куки-куки-куки-куки врубили. Порк сэндвич, да? Сейчас будьте порк сэндвич. Все будет, все сделаем, все прекрасно. Да что такое-то? Пожар! Твою мать! Чего? Все. Света нет. Там котлета не сгорела? Нет, жарится. Котлета жарится. А что там, на автомата? Нет, просто сэндвич. Слушайте, сегодня вообще запар. Видите, пожар. Печка не справляется просто-напросто. Сейчас все сделаем. Готово, что ли? Так, сэндвич есть. Что там происходит? А, сэндвич, куки-куки, шейк. Куки-куки, шейк, сэндвич. Ать, ать. Ать. Рос, рос, ать. Отправили, все. Иди отсюда. Чтобы я тебя не видел больше. Денег зарабатываем. Еще одного успеем обслужить. Еще одного. Фантастик фоул, ноу летучий, салма наггет шейк. Салма наггет шейк, хорошо. Так, фантастик фоул, это у нас кура, да? А что тут происходит-то? Блин, как, вообще вот эта вот жопа какая-то. Ноу летучий тебе будет. Сейчас сразу вот так вот все наберем. Уать, 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 уать. Готово. Да куда? Куда? Уйди, 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 блядь! Мудак, а? Чё там?
Летучий салмон наггетс шейк. Летучий салмон наггетс. Хорошо. Наггетсы будут. Наггетсы. Сразу шейк. Сразу в пакет. Что, все что ли? Я поработал, все хорош. Хорош, нормально. Я пошел, ты как хочешь. Ты здесь, блядь, сиди. Это ты мне тут хулиганишь? Дебошир, блядский. Предлагаю купить два клея. Бери два клея. Знаешь что, наверное, не два клея надо было купить. Надо было четыре пластинки купить. Клей-то мы можем и у себя в хате купить. А зря мы его купили, в общем-то. Ладно, может быть, получится его продать. Пойдемте купим, эти, как, нужно отметиться, блять, нужно отметиться, я уже все, я уже собрался домой, я уже все закончил работать, все, я просто спешу домой, сегодня была какая-то ужасная запара, мне не понравилось. А я отмечаюсь уже, не напоминайте мне, все. Я домой, ты как хочешь, я отметился, ты мог бы и сказать, что я не отметился, ты вот это вот, ты мне тут не спали ресторан, уйди. Ну все. Теперь идем покупать пластинки. Попробуем на следующий день вскрыть кабинет этого начальника. Почему нет? Надо вскрыть кабинет начальника. Посмотреть, что там да как там. Давайте клей выкинем. Ну да, потратили маленько денег, но не жалко. Просто купим сейчас 4 пластинки. Они важнее. Нам бы какой-нибудь рюкзак, чтобы вот так вот каждый раз не бегать. А то так очень неудобно. Все, хорош. Спасибо. 4 материнские платы купили. Слушай, материнские платы по 10 баксов. Ты представляешь, вот это красота. Не то, что сейчас. По 7, по 17 тысяч материнской платы есть. Есть дороже. Вот где явно нет проблем с чипами. Так это в вымышленном, блядь, мире. У нас же нет, у нас же все, у нас пиздец. Чипов нет, ничего нет, связи нет, ничего у нас не получается. Блин, а часто будут вот эти вот появляться крысы, появляться какие-то задания, и надо разобраться, куда девать мусор с черного входа. То есть я вижу, что он появляется, выкидываю его в мусорку, но ничего не происходит. Почему? Нелогично. Нелогично и неправильно все это. Так, сейчас бросаем, короче, чипы куда-нибудь. Пицца? Пицца не надо, только бургеры. Пицца не надо. В нашем городе пиццу не едят, только бургеры. Трудно видеть общую картину за грудой бургеров. Ну вот да, возможно. А главное, закрываем дверь, чтобы вот этот вот не следил за нами. Он наверняка что-то следит. Он на кого-то работает. У меня уже паранойя, все. Так, давайте сейчас бросим. Раз, вот тут. Раз, два, три, четыре. Хорош. Было бы какая-нибудь инструкция, как этой пользоваться. Я сразу купим 2 батарейки, 2 клея. А ты чё, ёбдала, что ли? Бля, не надо так. Слушай, ты смотри, Steam вылетел. Прикинь. Просто вылетел Steam и всё. Найдём, пожалуйста. Не игра, а Steam. Почему? Он нам сейчас предлагает заново день, что ли, прожить? Ладно. Да, короче, он предлагает нам прожить день по новому на снова 87 баксов. И мне это не нравится вообще. А, стой, 87 баксов. То есть нет, все хорошо. Да, то есть тут должно быть 4 чипа. Нет.
Нет, значит, да, значит, день. Он нам предлагает прожить весь день заново. Да ёб твою мать! Да чё... Ты прикинь, просто вылетел Steam. Ни обновления, ничего, он просто закрылся, и все. Но у нас, по-моему, денег было побольше. Давайте, две батарейки Boba Cell. Ага, кандыры-гадыры. Сразу положим у себя вот этот вот клей-млей. Чтобы мы пришли, сразу сделали, потом пошли. Нет, написано «идите домой». Просто чипы пропали. Понимаешь, написано «идите домой». Но при этом чипы не валяются. Я, получается, 40 баксов потратил в никуда. Вот это я к чему. Значит, день не надо проживать заново. Надо просто купить чипы. И все. Нам определенно нужен рюкзак. Определенно нужен рюкзак. Или же, тут магазин хотя бы. Чтобы у нас в доме были все магазины. Чтобы нам не приходилось бегать туда, сюда, вот это вот. Без вот этой вот чебухни. Ну ладно. Все это время босс проверял тебя. А, ну это наверное, скрипт, пока мы не... Пока что мы не проверим кабинет босса. А, блин, а куда все мои делись-то? Я 40 баксов зря потратил, что ли, получается? Ну жалко как бы. Я как бы работаю, они не с неба падают. Я зарабатываю сам. Я готовлю бургеры. Я разбираюсь с ситуациями. Я менеджер, мать вашу. Между прочим, в элитном заведении практически. А они у меня просто все отнимают. Steam у меня все отнял. Это ужас. Это мне сейчас опять надо потратить 40 баксов, чтобы купить 4 чипа. И я, блядь, купил 5 чипов. Это я потратил еще 10 баксов, это, то есть я потерял 50 баксов, получается. Вот я молодец. Ну ладно, в этот раз не виноват никто. Но в тот раз виноват Steam. Вопрос, какого хуя он вылетел, остается открытым. И вопрос, куда, как пользоваться чипами этими на клавиатуре, тоже остается открытым. Но мы сейчас сделаем их 4 штуки, мы сейчас проверим, мы сейчас все узнаем, мы сейчас все выясним. Вот здесь что-то происходит. Вот когда мы там проходим, там прям что-то там творится. Так, ну все, возвращаемся в хату, делаем чипы, ложимся спать, отдыхать. Все замечательно у нас будет. Завтра выходим на работу, там чуть-чуть поработаем, чуть-чуть денег заработаем. С проблемами разберемся, попробуем вскрыть кабинет начальника. Я, правда, не знаю, как. Но, думаю, мы разберемся. Нужен рюкзак. Или пакет из пятерочки. Ну, хоть что-то нужно, чтобы мы делали это все вот это вот побыстрее. Так, хорошо, оставляем здесь. Это есть батарейка. Есть клей. Есть. Так, еще на одну хватит. Сделаем 4. Придется, правда, сбегать в магазин. Нам денег не хватит. Не хватит, слушай. По-моему, батарейка стоит 5, а клей 6. Денег там хватить должно. Вот еще одна батарейка, кстати. Может, тут и клей где-нибудь есть поблизости, нет? Ну, давайте заберем вот эту. Чтобы не потерялось. А то я боюсь, что потеряется. А я бы не хотел их делать не так уж легко. Но как и этим пользоваться, я до сих пор не врубаюсь. А куда ты потратил-то? Почему фейл? Так, давайте их выкинем, чтобы они не тратились. А, блядь, мы 2 потратили, ты прикинь? Ебануться и не жить. Будьте внимательны. Короче, ждем зелененькое, нажимаем на него. Да... Что такое с моей дверью не так? Ждем зелененькое, нажимаем. И, в принципе, на этом все. Back,
Все, пошли спать, завтра на работу. Завтра день тяжелый, завтра у нас надо вскрыть кабинет начальника, завтра надо поработать. Пить и использовал котлетную бомбу, и эффект просто огонь. Не знаю, что такое котлетная бомба, как ее использовать, поэтому пока что мне это ни о чем не говорит. Я вроде закрывал дверь, кстати. Ну все, предлагаю поехать... Чего? Кто там под лестницей? Никого тут нет. Предлагаю поехать на автобусе, чтобы было быстрее, чтобы энергию не тратить, чтобы мы работали эффективно. Она главный приятель, вы должны ее знать, она вернулась, чтобы... Что она делает? Здорово, Джо, здорово, здорово. Уже побежал на работу, но я буду быстрее. Я на работе буду быстрее. Почему? Потому что я на автобусе. Хотя мы могли его ждать долго. Возрадуйся, твоя задача подавать хот-доги. Все просто. Подходи к новому аппарату, клади булочку, мясо, немного кетчупа и горчицы. И дело в шляпе. Какому новому автомату? Ну ладно, найдем новый автомат, хер бы с ним. Давайте сначала попробуем вот это вот. Ага. Я и правда понял. Ага. Ага. Опан. А взорвется, да? А нет, просто опан. Вот кабинет. Эй, дружище, что ты делаешь в моем офисе? Кто разрешил войти? Алло? Ах, да, рация же работает в одну сторону. Послушай. Так-то лучше. Теперь не придется слушать, как этот тип болтает без умолку. Кто он вообще такой? Мелкая сошка, которая платит, чтобы он следил за тобой? Я уж нажал. Он говорит, не нажимать, я нажал. Че такое? Кто у ваш коллега? Он любит хорошо прожаренные бургеры и обнимашки. Да нет. Че? Это мы где? Твою мать. Это люди, люди-роботы. Куда мы попали? Понятно. Я надеюсь, что это просто скример. Я надеюсь, что он не преследует нас по этим закоулкам. То есть сейчас вернусь и просто начну делать бургеры. Мне нравится делать бургеры. Больше мне ничего не нравится. Я люблю делать бургеры. Не надо меня убивать. Я хорошо делаю бургеры. Ой. Продолжаем. Итак, что-то он тут ходит. Слушай, что-то он от нас хочет. Я не знаю, кто это. Уйди! Надо было взять с собой батончики. Один хрен, жрем батончики, все уходит в бедра. Но кто это был, я не знаю. Дохлая корова. Костюм коровы. Кассета. Роботы-клиенты стали намного совершеннее с тех пор, как я покинул амбар и был брошен в закусочную. И выглядят менее жутко. Мне удалось захватить одного из них, обесточить и снять голову. После чего я выкинул все конечности у парковки. Я взламывал голову у себя в мотеле, пока была не моя смена. И как это неудивительно, он ожил. У него есть настоящая личность. Он никогда не замолкает. И через раз неудачно шутит. Но Вик... Вик мой единственный друг. Однако этот виртуальный интеллект кибернетический. Не просто тот, с кем я могу поговорить. Он поможет мне выбраться отсюда.
Смотри, это клиенты. Это все, блядь, клиенты лезут сюда. Отсюда лезут они, потом ко мне бегут. Недалеко от нашего комплекса здесь, на острове Дори-Джонго, находится курорт Королевский Комфорт. Курорт оказался для Парагон бесценным ресурсом, позволяющим вербовать подопытных. Там кто-то есть. Для симуляций. Компании Парагон было трудно захватывать туземцев в Дори-Джонго и еще труднее обучать. А вот с наборами и обучением туристов Королевского Комфорта стало невероятно легко. Они довольно легко освоились в симуляциях. Там кто-то есть. Смотри, что-то там светится. Мы, наверное, тут все, да? Типа все нашли. Вряд ли тут босс или выход какой-то. Ну все, наверное, пора готовить бургеры. Это еще один красный провод. Или это тот же самый? Нет, это тот же самый. Ну мы все нашли вроде бы, да? Все, пора возвращаться, идти на работу. Уже рабочий день давно начался, мы опаздываем. Потом начальство начнет орать на меня. А я этого не хочу. Мне это нахер не надо. Мне эти проблемы вообще не уперлись нигде. Нигде, никуда, никогда. А что у него в столах? Ничего нет? Что-то как-то у него пустовато. У начальника в офисе. Kitchen lights. Хорошо. А какой-то появился новый хот-дог. Это, кстати, вот... Это для хот-догов. Аппарат для хот-догов. Вот он. Кладем булочку. Ага, я все понял. Слушай, давай я положу пока вот сюда вот свой дешифратор. Надеюсь, он никому не помешает. Отметимся и начнем работать. Сразу вот так вот. Подвей, Барбара, Анребре, ага. Там мусор какой-то. Его выкинем. Нам мусор не нужен тут. Свиньи. Побросали мне тут. Вот так вот. А что такое? Ну ладно. Может быть, надо назад? Вот! Мусор упал. Я же говорю, что это так. Это было все правильно. Надо дверь закрыть, чтобы к нам никто не заходил. Сейчас, сейчас всех обслужим. Всех обслужим без труда. Приборы сейчас включим. Подождите. Наггетсы возьмем сразу. Берем сразу по две штуки всего. И вот так вот делаем. Приборы включены. Че у тебя там? Fantastic Fowl, Happy Dog, Soft Drinks. Хорошо. Да че там опять? Возьмите мусор. Да ёб твою мать. Почему я должен это сам все делать? Почему? Почему я должен этим заниматься самостоятельно? Я не хочу этим заниматься. Да лезь ты, мусор, ты сраный. Все. Надо дверь закрывать, чтобы тут не шастали. Так, сосисочку берем. Вам нужен приготовленный счастье дог. Happy Dog, Freeze, томат. Fantastic Fowl, томат. Ноу томата, что ли? Ноу томата, ага, понял. Понял, ноу томата будет. Один ноу томата. Подожди. Да подождите вы, надоели мне уже, заебали. Дайте нормально поработать-то. Готово, что ли? Вот, вот. А чё там опять не так? Не понял. Неправильно, что ли? Чё там? В туалете засор. Да ёб твою мать, какой засор?
Я не успеваю с этим, еще хот-дог какой-то новый. Это готово? Это не готово. Подожди, подожди. Это свет не вырубает, надоели уже все. Ну, понятное дело, что я ничего не успел. Понятное дело, что я ничего не успел. Сейчас еще... Да сука, котлета сгорела! Прям за секунду до! Ничего сегодня не заработаем. Ничего не заработаем вообще. Сейчас еще сосиска сгорит. Ну все, хэппи дог готов. Почему-то не пишет. Да чё опять? Найдите живую крысу. Сейчас котлета сгорит. Котлета сгорит. Нормально, успели вовремя. Так, еще фриз, да, у тебя? Да отъебись ты, дай поработать нормально сегодня. Хоть денег заработать. Семью кормить надо, отстань. Чё там у тебя? Приз, Happy Dog, Fantastic Fowl. Все. Забирай. Мысли. Заново тебе готовить, что ли? Ты хоть верни предыдущий... Да ёб твою мать, что пиздец. Корова нас съест. Давайте, знаете, что сделаем? Там еще что-то бомбит. Еще прибор мне выключит, конечно, конечно. У меня же проблем мало, еще врежется в меня. У меня же проблем мало. Проблем мало, понимаешь? Мало проблем. Ну все, пиздец. Сегодня день не удался. Меня спасет просто окончание рабочего дня. А до окончания дня еще 3 минуты, между прочим. Я хотел, если честно, сразу для этой сделать. Для коровы сэндвич. Я не понимаю, как хот-дог делать. Как делать хот-дог? Я беру вот это. Типа сосисочку. Прибор выключен, конечно. Беру сосисочку. Жарим сосисочку. Мы не успеем, нас корова сожрет. Просто сожрет корову, пиздец. Обалденно поиграли сегодня день. Просто замечательно. Пожар, еще и пожар, блядь. Вот, смотри, давай пока потренируемся. Ну вот, вот, готово же. Почему не готово-то? Он, видишь, он не засчитывает. Нормально все. Тихо. Все разошлись. Где корова? Спокойно. Возьмем мясо тухлое. Хорошо. Корову вижу. Все. Сейчас накормим корову. Нормально, сиди там. У меня все готово для тебя. Никто не любит сырое мясо. Спокойно! А как понять, когда эта тухлая котлета готова? Как понять? Блядь! Где она? Никто не любит сырое мясо, хорошо. Блять! Отпусти! Отпусти! Отпусти меня! Хорош! Ты где? Ты где, ебанутая корова? Ну ты где? Выглядывает. Здорово, здорово, здорово. Здорово! Я... Долбанная корова! Сейчас сделаю тебе бургер, подожди. Готов, не готов, как считаешь? Хорош, готово.
Надо взять булочку. Сейчас отдадим, сейчас отдадим. На-на-на, най, уйди. Хорошо. Третья смена окончена, хорошо. Вы уже отметили, зажгите вывеску открыто, закончите смену. Что здесь так все поменялось? Вы уже работаете. Вы опять работаешь, что ли? В смысле опять работать? У меня энергии нет. Ни здоровья, ни энергии, ни денег. Ты чё? Я не хочу опять работать, ты чё? А, осталась минута. Ладно, минут поработаем, хер с тобой. В таком-то формате поработаем, ладно, не беда. Чё там у тебя? Кукис и фриз. Это мы можем. Это мы можем, подожди. Кукис и фриз. Хорошо. Это мы могем. Слушай, а у меня там разве фриз нет? Есть. Ничего, если будет немножко... Я знаешь, что? Да чтобы вот так вот проблем не было. Я не помню, что я туда клал, поэтому лучше сделаем так. Хорош хулиганить. Как меня достал? Как меня достал? Он меня заебал. Он что-то ходит, что-то не мешает. Кукис и фриз, да? И все. Кукис и фриз. Ну, замечательно. Кукис и фриз мы успеем сделать. Итак, с бургерами вроде разобрались, печеньки готовы, все замечательно, все забирай, хоть немножко денежек сегодня заработаем, чуть-чуть совсем, 6 секунд, не, ну я уже больше работать не буду, мой рабочий день окончен, до свидания, 2 секунды осталось, уж простите, извините. Все, я на сегодня все хорош, закончили. А что так все поменялось-то, это типа потому что мы корову выгнали, да? Все, валим. Валим домой отдыхать. Я думаю, что мы сейчас дома попробуем еще взломать одну из квартир. Я забыл этот детектор. Дешифратор забыл, надо вернуться. Да подожди, это какой-то музей Нью-Элизиум, подожди. Я забыл на рабочем месте сумку, забыл. С вещами. Как же я так мог-то забыть, а? Слушай, у нас всего 21 доллар. Мы как-то сегодня хуево поработали вообще. А где он? Я его здесь оставлял. Блять, а ты потому что мы вышли, да? Да ёб твою мать, мы дешифратор потеряли. Там у нас какой-то в музей приглашают. В музей мы пойдем в следующей серии. Это специально так делают, понимаешь? Специально нас закидывают задачами, чтобы мы зарабатывали меньше. Чтобы мы не могли покупать всякие штуковины. Но мы сейчас все равно купим. Хотя нет, это все попадет, мы купим потом. Чтобы мы не могли покупать чипы, чтобы мы не могли исследовать город. Чтобы вот это вот у нас не было никакого своего свободного личного времени. Вообще никогда, нигде. Поэтому нас нагружают, чтобы мы уставали, приходили домой, валились сразу с ног и спали. Это все заговор. Заговор коровы, заговор фермера, заговор кого там еще? Динозавра, заговор лосося, заговор рыбы. Вот это все, это масштабный заговор против меня. Чтобы я нихуя не делал после работы. Чтобы у меня из жизни была только работа, дом, работа, дом, работа, дом. В жопу такую работу. В жопу такую жизнь вообще. Сейчас выспимся. Завтра будем решить... Поработаем нормально, чтобы было, чтобы вот заработали сразу кучу бабла. Чё-то меня темно, я не понял. Ну ладно. Заработаем кучу денег, купим дофига приборов. Слушай, а может быть хоть на один-то есть? Нет. Ничего нет. Ну все, давайте спать. Там открылся какой-то музей, он говорит, кстати. Надо в него тоже будет заглянуть. Здоровья у нас очень мало. У нас тут тыква делает зачем-то. По Хэллоуин. Тут никого нет. Ладно. Предлагаю на этом закончить, в общем-то. Как обычно. Подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.